Здравствуйте. Ну, посмотрите вот на это чудо, которое я осенью занесла, называется пассифлора. Марокая или королевская звезда, там как-то много названий имеет. Смотрите, как она сильно пошла, дала побеги. Здесь ей, наверное, удобно, вот. Она уже прям в потолок упирается. Мне на... Видите? На окне стоит, на южном. А за окном у нас, смотрите, какая зима. Видите? В этом году у нас прекрасная зима. Сегодня вообще прекрасный день. Вот там мои розы. И все остальное. Короче, речь не об этом. Вот. Смотрите, у нее такой стебель мощный. И вот эти вот усики такие, они просто как эти пружинки такие. Видите? Очень мощные. Ну, что вы думаете? Я думаю, нужно резать. До весны еще очень далеко. Будем, наверное, же резать. Вот побег, смотрите, огромный просто. Вот там уже... Еще один побег опустила, растет, как говорится, не по дням, а по часам. То есть там написано, что побеги могут быть до 4 метров, от 4 даже до 10, по-моему. Усики такие вон мощные растут, видите? Какие усики. Усики-мусики. Ну что, сейчас будем резать. Будем проводить операцию И. Но это мой первый опыт, так что не судите меня строго. А вот здесь вот моя бугенвиллия. Маленькая еще, я потом о ней покажу. Так, ну все, приступим. Ну что, режем вот так. Усики врезали. Так, один побег. Дальше обрезаем. Второй побег. Второй побег. Так, это мы трогать не будем. И обрежем вот этот третий побег. Три побега. Тоже обрезать усики, потому что их раскрутить уже сложно. Вот. И третий побег. Три побега. Сейчас мы их почеренкуем. И попробуем посадить. Посмотрим, что с этого получится. Так, стебелек трубчатый такой. Не знаю, закрывать бы его, наверное, чем-то. Ну вот, как-то так. Вот на этом вот видно у него побег. Как раз хорошо обрезала. Ну, это поставим, посмотрим, в каком виде он дальше сохранится. Ну вот, порезала я как-то так, не знаю. И вообще не знаю, как их черенковать. Усики, конечно, обрежу. Усики не нужны. Это точно не нужны. Здесь вот вместе с этим. Вот такой вот черенок получился, смотрите. Так, это пойдет в землю. Это раз, два, три. Ну так, остальные я сделаю. Тоже усики обрежем. Как-то вот. Потому что они даже листочки, видите, сами себя заматывают. Вот тоже черенок получился. Посажу прямо в землю. Еще бы не перепутать, где вверх, где низ. Потому что листочки как-то вниз смотрят. А на самом деле... Вот, поэтому ложу в одном направлении. Вот такие черенки.
Ну вот, два оставила более молодых. Смотрите. Более не вызревшие, еще как бы зеленоватые. Вот сами. А остальные обрезала вот так. Немножко как бы уже вызревшие побеги. Посмотрим, какие лучше будут укореняться. Потом буду с вами делиться. И вам буду... Спасибо за то, что смотрите. Ну вот. Земля здесь обыкновенный грунт. Покупной, универсальный. Вот сейчас я посажу. Вот так. Землю я пролила розовой водичкой. Марганцовочкой слабый раствор. И закрою обыкновенным пакетиком. Сделаю ей парничок. Ну вот, смотрите. Видите, все череночки. Тут сколько? 3-6 череночков посадила. Сейчас накрою. Парничок сделаю. И вот этих два отдельно посадила, которые зеленые. Тоже прикрою парничком. И оставлю здесь вот ближе к южному окну, чтобы было тепло ей, поскольку она теплолюбивое растение, похоже, тропическое. И будем ждать. Будем ждать, правильно же? Посмотрим на результат моего первого эксперимента размножения черенкования пассифлоры или маракуйи. Подождем. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Всем удачи, с наступающим Новым годом. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч. Ну вот такой вот парничок получился. Как-то так.